Інформаційна служба телерадіокомпанії «Гомель» починає свою роботу у ефіри. У студії Наталі Ігнатенка. Доброї раніці, глядіть у гетим випуску. Старшиня облвиконкому Владимир Дворник провів прямую телефонну лінію. Сьогодні премії гомельського облвиконкому отримають самі поспіхові навученці регіона. Гомельський філіал Білпошти проводить доброчинну акцію «Марафон добра». А зараз об гетим і іншим більш подробязно. Старшиня Гомельського облвиконкому Владимир Дворник провел прямую телефонную линию с жыхарами в области. Нагадаем, что такая практика у Беларуси існує с початку минулого года. Основная задача линии – повышение эффективности работы со зворотами громадян, выкоренение фактов бюрократизму, а так само оперативное врашение пытаний, які возникают у насельництва. С какими проблемами на гэты раз звертались до керовника региона, ведая Олег Сенцероу. Гэта третья прямая телефонная линия жыхарамі региона, якую сёлета провел старшыня областного выканаўчага комитета. Падчас двух попередніх поступило каля 60 звонков, 23 звароты вырашаны станоўча, яшчэ 40 зняты с контролю пасля проведения тлумачальной работы. 32 звонки на протягу 3 часов. После завершения прямой телефонной линии Владимир Дворник отзначит, все звороты носили конструктивный характер. Люди телефоновали по питаниях, которые заявляются для их саправды актуальными. Жыхарку Светлогорска цікавить, коли у доме 1967 года побудовы у рэшце будет зроблены капитальный ремонт. У больш новых домах, которые находятся побач, его давно провели, а про гэты нібыта позабылися. Старшыня облвыканкама обещает разобраться. Эта очередь выстроена и имеется в каждом районе. Вывешено на коридорах, там, где жилищное коммунальное хозяйство или же структура у исполкоме, которая занимается этой работой. Поэтому вы посмотрите. И не дай бог, там кто-то что-то меняет. Такого нет и не должно быть. Еще одно питание. Тычется газификации весок. На забруженных территориях эта работа проведена. Иншим населенным пунктам пошанцевало меньше. Проблема не такая простая, как сдается. Причем справа не только у наявности финансовых сродков. После завершения будовництва белорусской атомной станции упор будет робиться на выкористание у жилых домах не газового обсоливания, а установку электрокотлов. На более масштабно и быстро осуществится, потому что представляете, сети сегодня подведены к каждому населенному пункту, все есть. Может, только внутренние какие-то вот эти разводки, которые не будут позволять по силовым параметрам удержать это, будут меняться. Все равно будет происходить так гораздо быстрее. И энергетики у нас, они более такие организованные, электро. Звонок з вёскі Галавінцы Гомельскага района за разраду тых, калі вырашэнне не патрабуе значных фінансавых затрат. У сям'і Аўсянікавых сёння выхоўваюцца 5 дзяцей, трое ўласных і двое прыёмных. Умовы пражывання знаходзяцца на пастаянным кантролі сельскага савета і службаў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Нейкіх заўваг ніколі не было, але цяпер гаспадыня патэлефанавала на прамую лінію сама. Падчас рамонту тут знялі пажарныя апавяшчальнікі. Цяпер іх неабходна паставіць зноў, толькі вось зрабіць гэта самастойна ў сям'і ніхто не бярэцца. Урэшце раз мова идет о безопасности детей. Супрацовник МНС проезжает неде про 1,5 часа после звороту на прямую линию. Оповещальники оказываются у рабочем стане и хутко занимают свои места во всех покоях. Ты делала ремонт, поснимала их, они были установлены. Вот, приезжала и проверка вот недавно к нам с исполкома. Все работало, но я сейчас волнуюсь, же 5 детей, дом большой. Вот, поснимала, и как их правильно установить, и в рабочем ли они состоянии. Вот, хотелось бы это узнать. Вот. И я так позвонила неожиданно, и тут отреагировали так быстро, все приехали. Так что спасибо большое, даже неожиданно. Разом со старшиней облвыканкама на прямой телефонной линии керовники справ районных выконавчих комитетов, а так само областных комитетов и управлений. Это дает махчимость оперативно реагировать на все звонки и при необходимости брать огученную проблему на контроль. Раз 3 часа проведения телефонной линии Владимир Дворник подводит выники и еще раз нагадывая, необходимо быть в постоянном контакте с людьми, тогда и проблем будет меньше. Конечно, вот эта работа, которую мы с вами проводим, это ваша заслуга, что нет людей таких озлобленных. То есть работаете с людьми, но снимайте, чтобы этих обращений было намного меньше. Мы там сдвинулись с вами в лучшую сторону среди рейтинга в областях, но давайте еще двигать. Пока мы там еще не в лидерах, но движение идет. Если нет вопросов, тогда спасибо, успехов всем. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Сегодня отбудется церемония узнагороджения премиями Гомельского облвыканкама навученцев установ агульной середней профессийно-техничной адукации из усіх районов в области и Гомеля. Гэтая церемония проходит что год, и за 18 году існавання премии ее отримали 870 талановитых молодых людей. Сегодня до их лику долучатся еще 50 человек. Прочистое мероприемство пройдет в громадско-культурном центре. У лику лауреатов премии этого года переможцы международных предметных олимпиад, конкурсов и конференций. Святочный ранішник прошел у лицеи МНС. У программе театрализованное представление навученцев, подведение выников огляду конкурсу на лепшую подрыхтовку до сустречи Нового года серед подразделения установы. Гостями свята стали министр по надзвичайных ситуациях Республики Беларусь Владимир Ващенко, а так само керовники территориальных подразделений. Дмитрий Котов с подробязностями. Такие визиты у лицея напередодні новогодних святов министра по надзвичайных ситуациях Владимира Ващенки и керовников территориальных подразделений з'являються традиційними. Правда, зараз наведывание установы отрималось крыху незвычайным. Керовник ведомства принимает удел у записи новогоднего выпуска программы «Краина безпеки», якая сакавіка этого года выходит у эфиры на телеканале «Беларусь-4». Авторами проекта з'являються журналисты телерадиокомпании «Гомель». Передача мая профилактичный характер и закликана научить детей правилам безпеки в повседневном житті. Поздравляю, удачи. Я надеюсь, что мы дальше будем много-много работать. И самое главное, чтобы у нас все получалось, и мы жили безопасно. Сюрпризы для гостей подрихтовали и навученцы лицея. На сцене глядачи убачили новогоднее представление мюзикл «Три волоты». История, не глядяши на все складанности, які узникали на шляху уголовных героев, мая счастливый финал. Что еще раз подкреслило, при любых обставинах не треба сдаваться, а место суду есть завсёды у нашем житті. Юные вратовальники у черговый раз доказали, что они имеют не только добрую физическую подрыхтовку, але и артистичные таленты. Каждый из них отримал віншаванні и подарунки, а гости установы позитивный настрой, який застанется на долгий час. Сегодня их главная задача – это проявлять усердие, стремление к учебе, послушание старших, родных, близких. Ну а потом, опять же, усердие, старание, четкие реальные цели и, главное, совершать правильные действия, и все получится. Поэтому наилучшие пожелания – а детям всегда желают хорошего настроения, чтобы улыбки не сходили с их лиц, ну и радовались, и радовали нас взрослых. Дмитрий Котов, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская ЦЕЦ отзначила 30-годие. У снежня 1986 года отбылся пуск первого энергоблока. Это был складанный час. После аварии на ЧАЭС энергосистема находилась у тяжкой ситуации. Новый объект отыграл важную роль у переодолении энергетического дефицита. На полную могутность станция вышла в 1995 году. На сучасном этапе ЦЕЦ-2 – одна из самых передовых в Украине. И она занимает важное место у энергосистеме Гомельской области. ЦЕЦ-2 занимает самое важное место. Это самый крупный энергоисточник в Гомельской системе. Всегда коллектив Гомельской ТС-2 – это был сплав опыта и молодости. Это всегда были ответственные, высококвалифицированные специалисты, которые в любых сложнейших ситуациях решали вопрос. В любых. Не спыняться на досягнутым и надалей упэўнена стоять на варте энергетичной безпеки. Такие пожадания у адрес коллективу ЦЕЦ-2 подчас вечера, присвеченного юбилею, гучали не только со сцены, але и у кулуарах. Особливые слова подяки тем, кто удельничал во узведении и запуску электроцентрали. 17 снежня у нашей краине отзначили День белорусского кино. Гэтая дата обранная не выпадкова. Менавіта 17 снежня 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчасти у БССР. У гэты ж день было створено и державное управление по справах кинематографии и фотографии. Про будни людей, для яких кино стало сенсом життя. Материал наших корреспондентов. Областная репертуарная комиссия на посяджении собирается один раз в месяц. Головная задача – проглядеть до 50 трейлеров и выбрать около 15 фильмов, которые будут демонстрироваться в кинотеатрах Гомельщины. В складе комиссии – директоры киноустанов, которые добро ведают, что повинно сподобаться глядачам. Обмеркование проходит активно и в некие моменты навод эмоционально. Оценивается все – и махчимая коммерцийная выгода, и узростовые обмежевания, и социальный аспект. И отрадно, что сегодня вот мы будем рассматривать два проекта.
проект от белорусских авторов, которые были представлены продюсерами. Это фильм «Партизан фильм» Андрея Курейчика и фильм «Видеорегистратор». Принимается решение коллегиально, учитывается достаточно большой комплекс факторов, показывать этот фильм, рекомендовать, вернее, к показу или не рекомендовать к показу фильм в кинотеатрах, учитываются особенности каждой территории, каждого кинотеатра. Поэтому делается все, чтобы кинотеатры наши обладали таким насыщенным и очень разнообразным репертуаром. Белорусские фильмы у кинотеатрах Гомельской области сегодня не такая уже и редкость. С 8 соковика «Мужчины», «Я не вернуся», «Вось гэта каханне», «Сляды апостолу», «Киндервилейский привид», «Граф у апельсинах». Нечто с гэтага белорусские кинематографисты сняли разом с коллегами из інших краин. Нечто самостойно. В этом годе День белорусского кино у Гомеля отзначили показом стужек режиссера Виктора Турова, якому сёлета исполнилось об 80 годов. Иностранные блокбастеры, сами понимаете, притягивают зрителей именно своей зрелищностью. Ну, а у нас, конечно, кино свое, белорусское, особое. То есть это кино, которое снимается для души. Вот. Ну и, соответственно, зритель должен понимать, какое кино он хочет смотреть. Олег Сенцюров, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У регіёне далі старт дабрачыннай акцыі «Цуды на каляды». Напярэдадні прайшоў абласны валанцёрскі форум. Галоўны дэвіз руху – «Добрым быць модна». З удзельнікамі пазнаёмілася Ганна Каральчук. За адным сталом сабраліся школьнікі, студэнты і працоўная моладзь. Да іх далучыліся прадстаўнікі Гомельскага дзіцячага дома, Добрыжскай грамадскай арганізацыі «Надзею дзецям» і матаклуба «Начныя ваўкі». Іх аб'ядноўвае жаданне зрабіць свет больш добрым. Сустрэча праходзіць у форме дыалогу. Кожнаму ёсць што расказаць аб выніках сваёй валанцёрскай дзейнасці. Знаеце, валанцёры, яны не любяць о сябе гаварыць очень много, да, яны делаюць сваё дзела, і самае главнае, каб гэта дзела дзейсна приносила пользу. И ведь не бывает волонтерства у нас в Барсеме одно, да, в Тимуровцев другое. Мы все делаем одно общее дело. И это самое доброе дело. Удзельники абмеркавалі развіццё руху на наступны год і планы па стварэнні школы валанцёраў. Такая ініцыятыва дапаможа пазбегнуць складанасцяў для навічкоў у гэтай справе і забяспечыць пераемнасць пакаленняў. Лепшыя валанцёрскія і цімураўскія ініцыятывы былі адзначаны падзякамі. Двум актывістам уручаны першыя ў Гомелі значкі піянераў цімураўцаў. Самым главным дасягненнем, я считаю, это была помощь пенсионерам в первую очередь. Вот как подчеркнули, во время снежных циклонов мы вышли на помощь, мы очищали дороги. На, значит, день освобождения Гомеля мы ходили и помогали ветеранам, вручали им самодельные подарки, делали людям приятно. Напроканцы форуму доброохотники дали старт традиционной акции «Цуды на каляды». Ее проведут БРСМ и пионерские организации. Разом с усими жадающими выконают мары детей. В отходящий год культуры активисты вырешили так само сделать подарунок и установе культуры. В этом году мы организуем пункты сборов непосредственно во всех пионерских дружинах, это учреждениях образования Гомельской области. Также будут организованы сборы подарков и средств на реставрацию усадьбы 19 века, которая находится в Красном береге Жлобинского района. Это вот как раз будет наш вклад в год культуры наших двух организаций. И любой желающий может перечислить средства на расчетный счет благотворительный. Каб унести свой уклад и повиншовать детей, достатково отправить сродки на доброчинный рахунок с пометкой «Акция «Цуды на каляды». Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». До Нового года в регионе примеркована доброчинная акция гомельского филиала Белпошты «Марафон добра». Каб стать ее удельником, треба набыть конверт первого класса для передачи в дитячий дом або социальный притулок. Таким чином выхованцы этих установ смогут написать лист своим батькам ти Деду Морозу. Один такий конверт каштует 97 копеек. Летось было собрано каля 8 тысяч конвертов. До речи, кроме их, можно отправить детям так само календары, ручки, шитки. А кроме того, наведывали Некі пошты за свой кошт могуць аформіць падпіску на любое выданне для тых, хто знаходзіцца ў сацыяльных прытулках, дзіцячых дамах і дамах састарэлых. Выглядзелі ранішні інфармацыйны выпуск тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працавала Наталія Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і в обласці. Заставайцеся з намі.